В Санкт-Петербурге прошли традиционные мероприятия, посвященные прорыву блокады Ленинграда. Каждый год 7 февраля на платформе Финляндского вокзала устраивают реконструкцию событий 1943 года. Ее проводят в память о погибших в годы войны и тех, кто строил Дорогу Победы. Так называют 33-километровую железнодорожную ветку, которую проложили из Шлиссельбурга до станции Поляны всего за 17 дней. Именно по ней после прорыва блокады под обстрелами орудий в Ленинград доставляли продовольствие. Строительство шло в тяжелейших условиях, при отсутствии каких-то подъездных путей, под постоянными обстрелами, в болотистых местах. Было построено 33 километра железнодорожного пути, построены железнодорожные станции и 3 мостовых перехода. И один из них через реку Неву был 1300 метров. После прорыва блокады и перевозки увеличились в 4 раза. Если по ледовой дороге провозилось где-то около 4000 тонн в сутки, то здесь 20 тысяч, что позволило укрепить жизнеспособность города, его производственную часть, его население,